По данным Приволжского гидрометцентра, с 23 по 27 октября в Самарской области ожидается несвойственное для осени похолодание. Среднесуточная температура воздуха будет ниже климатической нормы на 7 и более градусов. Сегодня, по прогнозам синоптиков, облачно с прояснениями, местами небольшой снег, ветер северо-западный, на дорогах гололедица. Сотрудники госавтоинспекции убедительно просят всех пешеходов быть предельно внимательными при переходе проезжей части. Водителям же рекомендуют соблюдать скоростной режим, боковой интервал и дистанцию, не совершать резких маневров. За минувшие сутки в регионе произошло 10 ДТП, ранения в них получили 11 человек. К счастью, погибших нет.